наш балагаец. О, Марк же стал тестировским инструктором, да? Да, он же приехал из Америки, уже он по дирзоне, ну не по дирзоне, а по этому, по УИ, по УИ, блядь, уже преподает, первый уровень. Ты там где просто? Да. Все поправишь. И тебе можно. Ребята, либо не глаза зажигаешь, либо спустишь. Тебе можно чуть-чуть на одно деление поднять парку вверх. Я поднял максимум. А это ты максимум поднял? Да. Мне нужно этот. Поднять. Работает. Я костюм хотел. Не поднялся. Не поломается? Не ебануться тут. Не ебануться тут. Я легко зашел. Программировать, чтобы он был ботом тайм. Я сперва не могу понять, где глубина, блядь, где шоу показывает. Что-то как блин понаводовал мне. Проблема в том, что он все цифры показывает одинаковой величины. Нет. Парциальное давление, глубину, да, время дайва, все одним керлем. Парциальное давление мне вообще 4 показывало. Ребята, которые подают окрад, а сами готовы. Взял, одел, купил, вышел с Паша. На, спасибо. Не, ну мне даром я могу брать от человека, чтобы не нырять. Я же не покупаю. Ты не понял? Папа, все бесплатно дали? Ну, товарищ, ну, подумай, почему дали бесплатно? Паша, я у соседа могу взять две пустые канистры из-под бензина. Но они мне в дайвинге не нужны, хотя он даром их дает. То есть... Да, но я такой перегрузкой дыхаю. Я в кислоте не могу помыть. Выдыхай, бобёр, выдыхай. Не, мне потом человек подсказал, говорит, вот он здесь теперь. Ну? Да, скрипты задрали, что вы сами. Я тут Павел был, но не понимаю. Я встал от этого на базу. Есть над чем работать. Вот 100 минут я выдержу. Так, все окей, Игорек. Не догрузился я. Не догрузился? У меня где-то какие проблемы были. Я за коряги цеплялся там и... То есть пока воздуха много было, все хорошо. Когда его выдышал... Только стал полегче, да? Да. То есть я из-за бревна, из-за 3 метров, из-за коряги, из-за все. Да. Нет, ты что, я боюсь, я окунусь и все. Ну, знаешь, оно как питание перехватывает тогда. Ну, мы что, скидываем? А я, короче, еще таз обратно не снимал. Ой, бля. Ух.
В этой машине нет прикуривателей и пепельниц. Зато есть 10 мест под стаканы с кока-колой, под картошечку, под Макдональдс. Ну да, я на 48 не пошел. $1,050 Ну я тебе скажу, это нормальная цена. Абсолютно. Абсолютно нормальная цена за такой костюм. Супер. За эту цену хочу. Давай посмотрю, Макс. Блять, я буду фигураться, блять.